Привет всем, дорогие друзья, с вами Димка. И мы продолжаем прохождение игры Wolfenstein Новый Порядок. Новая задача — найти участок бетона с плесенью. А перед этим надо, друзья, сходить в архив. Ну давайте туда и отправимся. Только перед тем найдем его. Так, пригодится. О, кто здесь? Архива нет у вас тут? Улучшение брони. О, замечательно. Видимо, нету. Тяжело разобраться, будем по ней ориентироваться и находить, чтобы выполнить наше задание. Сейчас вот доберемся до низу и посмотрим, куда нам следует. Ага, вот, вот мы уже на правильном пути. О, какие квесты вообще. Теперь нам надо ключ найти. Тебя ключ машешь руками. Да, и на карте даже не подсказано, где это. Любимая, хоть подскажите ключик, а? Вот он где. У нашего друга. Suddenly the war was lost. Everything good in the world died. Somehow I was the one supposed to pick up the pieces, keep the resistance going, take on the whole gosh darn Nazi empire. You think I was ready for that kind of responsibility? My ignorance got so many good people killed. Remember Private Prendergast? You know, that guy, he could survive anything. So tough. Well, I got him killed, sent him out on a mission, and he never came back. I just didn't know any better. Wing Commander Fergus Reed, he wouldn't know what to do. He could have saved so many. I made the wrong choice. You made a stupid choice! Yes, you did! You left the boy in charge of a man's work. I should have died on that day, Captain, on that slab, and Fergus Reed should have lived. I'm not a child anymore, Captain. I know where mistakes were made. There. He вытолкнул нас. Ничего себе. Ладно, не будем его трогать, да, давайте идем. Откроем ту дверь. О, боже, да, это мы попали в архив, друзья. Теперь мы отдадим Мане документы.
you looked for the concrete sample? I've seen some mold over there where they keep the aircraft. Ну, давайте тогда отправляться искать этот участок бетона с плесенью. Найти то, что нужно Ане. Найти циркулярную пилу. О, помните, раньше здесь закрыто было. Ага, вот этот участок бетона с плесенью. Давайте его обработаем. Нам дается новое задание. Найти циркулярную пилу. Да, вот она, друзья. Ай-яй-яй, тут хоть крокодилов нету. Вернуться в штаб, новое задание. Давайте ножичком поработаем. О, давайте, сколько раз хотел попробовать двумя ножами. И тут такая возможность предоставляется. Грех ей не воспользоваться. Да, не дотянемся до этого улучшения какого-то. Пойдем по моче, друзья. Так. Где ж ты, фашист? О! Ну ты напросилась. Ну где ж вы, я уже заждался испробовать свои ножи. Новая пластинка. Давайте заберем наш ящик. Автоматический режим. О, замечательно.
Ах, блин. Да, не заметил, не заметил. Ах, жалко, да, обратно я не смогу вернуться. А хотел я для чего вернуться, чтобы взять бронежилет, вот, потому что брони 1% остался. Да, дробовик это хорошая вещь. Нам сейчас, я смотрю, ну я так думаю, пригодится. Летят, летят уже, о! Вил, запищало. Не нравится, да? До свидания. Да, и дробовик замечательно справляется с этой поставленной задачей. Превосходно. Там еще есть гады. Ну ничего, мы и с ними справимся. Валим, валим отсюда. Тут поспешил чуть-чуть. Блин, их дофига еще. Да, что-то я не рассчитал. Тоже замечательно справились с ними. Ну что, ножики пригодятся, ну наконец-то, или нет? Вот, ё-моё. Здесь никого я не вижу, но... Сейчас посмотрим. Открывается с другой стороны. А. Да, и резаком ее не возьмешь. Вот я вижу ход в обход. Патронов, патронов давайте. И вот мы попадаем уже наконец-то домой, друзья. И наше задание — отрезать кусок бетона этот. Вон наши друзья.
сидят, как будто ничего не произошло. Я провалился там, блин, бегал, блин. Отмороженные. А, ушло. Наконец-то заметили, да? A miracle, he called it. They had tried for years to have a child, him and his wife. Well, he'd make a pretty good father for a Nazi. The child was born with a club foot. Klaus knew, of course, what that meant. He begged the doctors not to report it to the authorities. Then secret police showed up to take the boy away. Klaus and his wife tried to stop them. The wife died from a bullet to the head. The child, too. Klaus could not protect them. So he blames himself. And he will never forgive the Nazis. Да после такого как можно простить? И вот наконец-то мы добываем кусок этого образца. И давайте отнесем его Ане. Пускай над ним поколдует. О, какая хорошая игрушка. Я так понимаю, это наш Франкенштейн потерял ее. Надо будет ему ее вернуть. Давайте сначала... До него, ну, до него заглянем, да, где он у нас. Ого-го, так она бодибилдер. На тебе, бедолашка. А, не хочет забирать. Так мы нашли эту игрушку уже, Макса. Как тебе ее отдать, а? Или ты еще что-то потерял? Да, видимо, он еще что-то потерял. А ну признавайся, ты забрала игрушку бедного Максика. Какая жадная тетка. Еще не все, да. Ну потерпи, маленький. Злая тетка их хорошо попрятала.
Тюну Дешани. Ой-ой-ой. Ничего себе, куда мы пробрались. Это нычка. Да, все-таки нам сюда. Тю, блин, вот это лабиринты вообще. Вот пердун. Тут для него старайся, он тебе на, блин. Игрушка хорошая. Так, ну давайте все-таки отдадим пока они этот образец, а потом уже, я думаю, найдем эти игрушки его, потому что сейчас бегать. Может, они вообще там где-то он их раскидал еще. Thank you, William. Give me some time to analyze this. I think I'm onto something. Find what you were looking for in the archives? Yep. Got something. Über concrete. The essential building material of the Reich. It's based on a dot Yishu technology. It's almost perfect, but it's deteriorating through time, developing mold. Someone is tampering with the mix. Someone who knows its secrets. I analyzed it and found a trace of this type of limestone that exists only in northern Croatia. Now, look at this. The name Set. Roth. It appears three times in Dot Yishuv's documents. According to official records, he's been detained in 1941 in Łódź and sent off to a forced labor camp in Belice in northern Croatia. Now, this is where things get interesting. The labor camp excavates limestone from a quarry for manufacture of Über concrete. I believe this is the place where we'll find Set Roth, a living member of Dot Yishuv. Problem is, there are so many unknowns. This is an old man. Chances are he's dead already. We can't assault a site of this magnitude and hope to locate him before the whole damn Nazi army arrives. What is the plan? Someone needs to go in there and find him. Go undercover. Was this Blaskovich? So stupid. I was arrogant. No one is ever ready for something like this. Frau Engel, was mit dem hier? Zu massiv.
Узнаете, друзья, это та леди, или они тут все такие, которая была в поезде, задавала нам тест. Ого, куда нас закинули? Сейчас будут опыты ставить. Фашисты! Гляньте на эту заточку. Ну, давайте посмотрим, что будет происходить дальше. О, анализ крови. Ого! Это татушку ему фигачат. Номер. Пинают. Космонавты какие-то запинали зэка бедного. С этой стороны вы можете видеть терпил. Смотрите, они какие замученные. Ну, один еще более-менее бодрячком такой. Ладно, не будем глумиться. Знакомые пулеметы. The first day is tough, my friend, clear to accept. It gets no easier. Now I can remember Nimir how many weeks long, months maybe. Not many survive for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while, might, and the luck, it was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man. They want to go there? They need a rector uniform. Whoever don't! Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now, Miss Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade the uniforms like your. But they need to distract the guards first. I see. Ну давайте попробуем отвлечь охрану. Да. Мы ее поломали. О, пригодится. Ого. Давайте доломаем до конца уже. Ого. Ну отвлекли так отвлекли. Негр, ты свободен, беги. Бедненький, вставай. Она будет на него велика. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir schaufen. Abend im Bett.
Так каждый день можно из строя выводить технику, и работа будет закончена. Ты не бомбат, а ты цыпуля, блин. Так, ничего полезного больше нету. Да нормально, пропускай давай. Ох. Типичная терпила с четвертого блока. Смотрите, какой дровосек, ничего себе. Вот у него вебка стоит. А вот и наш фрукт. I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? Doth you should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. You're here to rescue. This is wonderful. He's here to rescue me. We will rescue him. And then, Gayevet, Shimshin, don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Oh, fuck your oath. People are dying. The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness. Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down, and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Das Yichud technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly. Мобилку достал. This, for this I can seize control over that machine. Level the gates of this place free. Everyone, I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine... All its electrical systems are powered by a detonic battery. You can find the detonic battery at the service station at the command building. It's in a different lock, lock 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into lock 6. I believe that there, at the guards' barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me. Хорошая дядя, ты нам задание подкинул. Отключить систему безопасности. Ну, давайте попробуем. Пока тут дровосек туда поломился. Мы в эту мясорубку залазим. Панамочку эту можно взять, я вижу. Да, хорошие инструменты.
фашистская морда. Ах, порезал нас. Ну, мясник еще тот. Ого. Ну ты садист. Хорошо, что у меня здоровья хватает. И само восстанавливается. У меня регенерация. Я росомаха. Сам козявка. Ничего себе. Ну это ты зря сделал, что нож оставил во мне. А, давай вытягивай ножичек. Ого, крематорий. Неожиданно. Хотя зачем я вру? Все ожидаемое было. Сдохните все, уроды. Так, я видел, там еще, наверное, один был. О, бронежилет, замечательно. Ага, он стоит спиной, замечательно. Тупорылый еще, блин, на всю голову. Ой-ой-ой. Здесь интересно. А здесь очередная жертва. На! Офицеришка. Вот он. Садист. Что, не понравилось, да? Ха-ха! Сдохни, урод, садист! Замученный Нарзаном. Но мы уже, друзья, ему ничем не сможем помочь. Давайте вниз отправимся и добьем этих уродов. Или вниз уже даже не стоит, надо там дальше продвигаться. Наверное. Ну, давайте все-таки на всякий случай вернемся. Да, у нас тут и карта есть. Подняться, я думаю, будет не тяжело. Ну ничего, зато мы не зря спустились, проверили все, забрали карту. Теперь давайте ее посмотрим. Ага, мы находимся здесь, а нам надо вот сюда пробираться. Что ж, прорежем себе путь. Вот там, я вижу, стоит. Урод один. Я не могу мимо пройти такой вкусняшки. Педигри пал. For
for the security Master. Systems. Ага, на 100% брони. Хорошее сообщение. Хорватский курорт оказался самым лучшим в мире. Отключаем эту всякую фигню. И выбираемся, друзья. А железка все-таки еще активна. Надеюсь, наш Кулибин ее подвластит под себя. Где ты, Кулибин? Вот такая Яна уже куда-то свинтил. Тупые немцы стоят, которые ничего не подозревают. Тюк, блин, заныкался, фиг знает где. Where the command control building is located. Sneak inside. Get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. Be'atzlacha, Engler. What's that? That's good luck. Listen to me, Engler. Go out the gate, through the factory. Так, ну давайте найдем ее. Здесь нам пригодятся два ножа. Наконец-то мы их испробуем. Кто есть тут живой? Фашисты. Так, ну что здесь? Ага, стоит машина. Давайте попробуем по лесам по этим подняться. Посмотрим, куда они нас приведут. Да, замечательно, куда надо. Battery has to be in here somewhere.
Тук-тук, дома кто-то есть? Конечно, есть. Какой фашист ничего не слышит даже. На, хорошо режет. Что ты там говоришь? Вкуснотища. Я маленький, меня не видно. Яйца ему поотрезал нафиг. Ох, на тебе! Так, 3% сейчас заберем у этого гада. Бухают они тут, понимаешь ли. Ходит, ходит. Срезали. Ой, еще один, блин, засранец. Сейчас, да, прилив сил. Не смотри сюда, здесь никого нету. Так, где тут полезные вещи для нас? Вот очередная жертва. Давай, что ты там скучишь? Вперед! Ха-ха, и сложилось, блин. Ну вот еще один. А, не ожидал такого маневра, да? Иди сюда, золотой бюст. Вот это красавица. Look at you. Dance a puzzle. So proud of yourself. И мы почти на месте. Что здесь не запрятали? Признавайтесь, жмуры.
ладно, давайте. Выполняем нашу миссию. Ох, как трухануло. Блосковича. Что ты в меня тыкаешь, блин, засранец? Как хочешь. Ах, это ты, принцесса. Ну вот, сейчас будут с нами расправляться с помощью этой. Давай, дедушка, давай, гнися! Блин, ну давай, сделай что-нибудь! Окаянную машину под себя настрой ее. Ох, нормально, давай! Мочи эту курву. Ох, замечательно! На! Продырявила ей башню. Что такое? Вытекает что-то, да? Блин, куда ты ползешь, чудовище? Нифига себе, вот это красота, бля. Красавица. Чудовище, отвали от меня, бля. Вали ее, робот. Я сейчас обрыгаю. На. Молодец. Take a seat, big man. Now we free everyone. Understand? Что ж, друзья, давайте покатаемся. Тут еще, оказывается, и штурвал есть. Пошли. Так, проверим оружие. Ага, все замечательно. Давайте пока бомбы поиспользуем. На, две жертвы сразу. Ах. На тебе, чудище. Да, одиночные, конечно, тяжело попасть в эти жертвы. Давайте используем пулемет. Вот так вот его покрошим. Какой-то снайпер, он там вдалеке. Ну, с ним мы справимся ракеткой. На. Спрятался. Ох, дровосек наш железный идет. На тебе по шапке, бля. Есть такие замечательные баллончики, видите? Ближе подбегайте туда. А, прямо в лоб.
аж заляпало меня. Так, восстанавливаемся. Ах ты, блин, вот это да. Назад, назад. А это шо, блин, нифига себе экзоскелетик у него. Ах, блин, начинает накреплять. Валим, давайте восстановимся. На, присел как раз. Блин, уродец. Ах, аж, блядь, пластина как подлетела. Вот, броньку сам подбирает, замечательно. Весьма удобно. Сейчас я тебя завалю. Сверки. Повадно было. Давай, давай, броня, броня, иди сюда. Могу, Сет, подожди, не перещи там. Я хочу осмотреться. Давай, ползи уже. Давайте защитим беглецов. Интересно, с какой стороны будет атака? Так, ну вот я слышу сирену. Ага, вот они. Блин, ребята, да не все сразу. Это еще гамадрила тут ползает. Ага, вот еще один. Хорошие ребята. Ох, как его выкинуло, блин. Давай, железяка, кто кого? Игрался убыток. Стреляешь тут.
Наконец-то. Давайте покатаемся в грузовичке. Блин, она опять живая еще. Да чтоб ты, блядь, сдохла. Нифига себе, негритоса изрешетила. Чудовище. For millennia, we have operated with utmost secrecy up until right now. What do you do? Do you pray? No, Mamalu, we don't pray. We invent things, Mamalu. The technology developed by Das Yichas is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined, and highly dangerous in the wrong hands. And the Nazis found our safekeep. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything. Was built upon our knowledge, but it wasn't our only safekeep. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high, magnificent inventions, things that to you will seem like magic. Now, I can open for you the gates. Such a place. Getting there will be a challenge. What will it take? Well, the safekeep is hidden deep below the Atlantic Ocean. We will need a U-boat. Вот это уже становится интереснее. И нам понадобится подводная лодка. Ого, Франкин нам что подогнал. Новая задача — найти сварочный аппарат. Но это, друзья, будет уже в следующей части. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Димка, и продолжение следует. Всем пока!